Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Crysis 3. Мы, судя по всему, где-то у финишной черты. Нам нужно двигаться к Клэр. В последней серии мы двигались к Архангелу, но как-то не добрались, не склалось, не сложилось. У Клэр проблема, нужно ее спасать. Они находятся где-то там. Кстати, мясо страшное. Если что, вдруг. Маскировка отключена. Сел воюет Сев. В принципе, Сел эвакуировал свои силы в основном. Но, как видите, далеко не все. Так, это что? Вот, отлично. Сейчас проедемся, похоже. Так, а это что? Прикольные аппараты какие-то. Ну, судя по всему, сломанные. Это, наверное, те треножники. Так, хорошо, поехали. Еще и стрелять можно. О-о-о! Икона, мать! Да, та еще поездочка будет, походу. Сюда не заедем? Похоже, нет. Блин. Вот что происходит. Икона, мать, что происходит. Это страшно. Готов. Давай, осталось этого свалить. Все со всеми, это кошмар. Машина тарахтит еще, это капец. Просто. Так, давайте расстреливать. Придется открыть ворота как-то. Так, мне нужно отступить, а то нас сейчас разберут. Окей. Так, отлично. Там у нас, похоже, нужно что-то нажать для открытия этих врат. Маскировка отключена. Да, здесь у нас группировка цел. Попаду, не попаду, интересно. Сейчас земля только перестанет трястись. Есть контакт. Так, хорошо. Стрел не так, чтобы много, поэтому нужно беречь. Покуха. Давай, работай.
Хорошо спрятался, да? Но не от нас. Смотри, от нас тоже. С ума сойти. Отлично. Я взял, конечно, вот этот пулемет, но нужды в нем, к сожалению, нет. А так с ним побегать, в принципе, за милую душу. Хорошо, ищем переключатель. Так, а надо, я так понимаю, поспешать. По-хорошему, тут вообще надо двигать пешком. Гораздо интереснее получается, но на машинке тоже для разнообразия поездить стоит, я думаю. Это опять же сильно напоминает Half-Life 2, согласитесь. Ладно, погнали. Патронов нет. Ну что с ней? О, грязь какая. Непономать. Броневиков только не хватало. Так, тут есть ракеты. Отлично. Блин, ну это круто. Сигнал ЗОС на канале Раш. Прием. Раш. Если кто-то может нам помочь, что это Раш. Найди его. У меня новые данные об отряде. Расследуйте его ожидание перемещения. Тебе придется ускориться. Он будет подключен через 15 минут. Да куда ускориться-то? Он шагает километр под источником сигнала Раш. Мы поищем его и вернемся через 5 минут. Мы успеем навстречу. Так, здесь, похоже, не приезжаем. Хорошо, давайте на своих двоих пешим ходом. Гараж раз... Блин, он там позади был, что ли? Лады, неважно. Так, что такое? Клэр Фонтанелли. Что? О, да посмотри. Офигеть. Боюсь даже предположить. Так, нас пока вроде никто особо не видит. Электромагнит. Хорошо. Пророк, в зоне посадки горячо. Внешний генератор питает их воздушную защиту. Ты сможешь накрыть его? Прием. Попробую. Да, дела. Так, ну что, давайте шуметь. Живой? Опять живой? Третье. Три попадания, ёлки-палки. Четыре. Так. Давайте-ка отойдем. Посмотрим повнимательнее, что мы только что взяли. Электромагнитная винтовка на антиматерии. Скорострельное снайперское оружие. Высокое бронебойное действие. Ну, как-то не знаю.
я что неправильно делаю? Не понимаю. Ладно. Либо пушка себя не оправдала, либо я что-то не понимаю. Надо, кстати, патроны все-таки надо взять. Вот, нормальный вариант. Так, ставишь на него вот эту приспособу, рукоятку. И вперед с песней. Ты посмотри. Ты что, заговоренный что ли какой-то? Окей, круто. Спасибо, Крайтек, мангюйте. А этот умирает, нет, хотя бы? Слушайте, у меня комплекс, хотя я никому не могу нанести урона. Не знаю, возможно, мне придется чекпоинты начать, но как-то там не было, не словили крутой баг, судя по всему. Так, хорошо, все, пошли. Тихо. Надо было спуститься там. Умер. Обалдеть. Неважно. Так, раз тут много цефов, то я думаю... Эту штуку я заменю на пулемет, потому что они эту штуку очень любят. Уничтожить защиту командного центра. Давайте сначала туда отправимся. Только я не знаю, как мы, каким макаром. А потом уже двинем эту штуковину. Блин, ну прикольно пока, да? Мясо такое идет. Пророк, мы нашли Раша! Мы нашли Раша! Каков его статус? В растерянности. Кажется, у него крыша поехала. Не понимает, где он и кто мы. Но физически он в отличной форме. Видимо, у него контузия. Он находился в мертвой точке активной зоны цефов. Непонятно, как он вообще выжил. Мозги промыли, походу. Так, лады. Сейчас мы спрячемся вот тут вот, отсидимся, после этого двинем по дополнительному заданию. Огнемет на таких расстояниях, на мой взгляд, не очень такое полезное оружие. Хорошо. Где же оно? Куда-туда. Подходим. О, ребята. Офигеть. А что такое? Да, дела. Так, ты один остался. Болезный. Да ему хана уже, смотрите. Альфа, собирайтесь! Давай! Что? Получите. Этого они явно не ожидали. Так, окей. Вполне неплохо, я бы сказал. Все, кранты наши пушки. Ой. Блин, я и не заметил. Фу. А пока довольно сложно начинается. Ну еще я тороплюсь, конечно.
Ну, в принципе, так и надо действовать. Первый, второй, третий. Все, пусть воюют. А мы пока отступаем. Ладно, если застревать не буду, конечно, в чем попало. Что происходит вообще? Ладно, неважно. Мы, похоже, небольшой баг поймали. В играх от Crytek это... вообще не удивительно. Держи, родной. Так, окей, там тишина. Начинаем ломать. Первый, второй, третий. Блин, это мясо, это просто пипец. Посмотри, что происходит. Так, окей. Не, ну здесь, конечно, круто. Но вспомните вторую часть, когда там... Ой, тихо. База под мостом начинала взрываться. Вот это было реально круто. Маскировка отключена. И когда она взрывалась. Первый, второй... третий. Все спокойно. Хорошо. И что с тобой делать? Тупо взорвать, что ли? Судя по всему, да. Подземные системы деактивированы. Приземляйся. Понял. А теперь двигай к пункту управления. Поторопись. Лифт должен все еще работать. Прием. Погнали. Интересно, с той стороны можно обойти? Я думаю, да? Бандура какая. Ну, брать ничего с ней не будем, наверное. Хотя, почему бы нет? Миномет... Жнец. Жнец, насколько я помню, вещь крутая. Так, подожди. Сдается мне, что отсюда мы никуда не пройдем. Давайте все-таки еще раз попробуем. Почему бы и нет? Ну да, там вроде тупик. Прикольно. Нет, судя по всему, проходим. О! Блин, круто. Ты смотри. Это, по-моему, шикарно. Стоило дать ему дорогу, он здесь просто разнес всех. Так, ну и что, давайте проникать. Я думаю, с этой стороны пройдем. Там до сих пор воюют, наверное, около входа. База, конечно, серьезная. Так, один стоит. Сейчас мы его разберем.
Больше вроде никого не видать. Огнеметчики. Не очень хорошо. Тихо. Добрый вечер. Понятно. Это слишком крутая штука, он даже не заметил. Что-то как-то не особо прошло, да? Максимум защиты. Все, готов. Так, теперь ты, робот. С тобой, я думаю, мы даже связываться не будем особо. Нам нужно пройти, открыть эту дверь и проникать уже внутрь, потому что нарвем сейчас точно. Хорош. Хорош. Архангел заблокирует купол свободы через 10 минут. Давай, пророк, двигай. Пророк? Это ты, мой мальчик? Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Ты принял отличное решение. Прикольно. Угроза для всех нас. Они все уходят! Действовать быстро. Мы зашли слишком далеко. Мы рискуем потерять все. Что-то ура, голос какой-то. Цефы прекратили огонь. Что там происходит? Цефы бросили цель. Информации о причинах нет. Прием. Спокойно. Все равно блок стоит, да? Я сюда хочу кинуть. Вот так вот. Короче, ладно, с вами воевать это. Ну его нафиг, мы лучше проходим. Много вас тут еще. О, порядком. Не, ну это офигенно. Так, сейчас сходим за этими данными. Турель? Судя по всему, да. Народу не так, чтобы много. Так, хорошо, доктор Кинова в курсе ваших опасений, так же, как и повторение предыдущей информации. Команда доктора Хёрста уверяет, что причин для беспокойства нет. Архангел ударит по Нью-Йорку, как запланировано. Совет директоров цел. Но посмотрим. На самом деле, давно пора уже уничтожить был этот гадюшник, после всего, что тут произошло. Война во все поля. Я так понимаю, вот эти штуки уничтожил наш Витол. После того, как мы... Ой! Оборону ПВО. Так, это я удачно залетел. Не давайте ему пробраться к оружию! Зажгите его! Прикройте! Хорошо, давай отрабатывай. Вот что-то... А, бегут сюда ж. Ну, давайте.
У нас тут есть чем вас встретить. Так, что, один остался? Он еще один бежит. Ну ладно, пусть все бегут, а мы будем двигаться Архангел уже. Архангел будет здесь через 5 минут. Как же мне туда попасть? Вот в чем вопрос. Как-то нужно этот мостик опустить. Взломать я не могу. Блин, так, надо подумать. Не, ну музон, вот именно тут музыка очень крутая. Наверное, лучшая тема из саундтрека. Время умирать! Время умирать? Окей. Это было не очень красиво. Так, а что? Я, в принципе, могу выходить. Тут особо никого не осталось. Откуда же мне опустить? Возможно, вот этот центр управления. Пойдем туда сходим. Нет. Так, сюда как попасть? Блин, насколько у вас тут все сложно, а? Хорошо, может быть, с той стороны какой-то вход, я не знаю уж. Ну, судя по всему, не знаю, что-то я не вижу там лестницы, конечно. Странно. И как же люди туда попадали, интересно? Так, ну, окей, возможно. Ничего это нам не дало. Это то, что я думаю. Прикольно. Что-то я отношусь как неприкаянный сегодня. Куда я выйду-то? Это, похоже, второй дополнительный выход был. Где я вообще? Что происходит? Да я его полностью вижу. Все, давай, порти жизнь всем. Порти по полной. Так, хорошо, у вас тут неплохо, но что-то мне как-то не нравится, поэтому я пошел отсюда. Не очень уютно. Лучше будем решать, как нам проникнуть в центр управления. Но вообще то, что у нас есть такой удобный способ уйти отсюда, если что, это хорошо. Так, допрыгнуть у нас не получится. Возможно, где-то есть переключатель, просто мы его не увидели. Указателя у нас, к сожалению, нет. Давайте осмотрим все еще раз. Так, турель. Все мосты опущены. Пройти никуда не получится. А вот, возможно, отсюда. Подожди. Возможно, отсюда сможем. Ну, не знаю, честно говоря, у меня большие сомнения на этот счет. Давайте посмотрим, что тут. Мне просто интересно на этой базе находиться, она крутая. Блин. Да что ж такое? Понял, пардон. Готово. Так, все спокойно. Да, в принципе, вот это вот мне пригодится. Больше ничего и не нужно.
Блин, как мне туда попасть? Посмотрим с этой стороны. Скорее всего, там по-глупому какая-нибудь тупо кнопочка, вот, наверное, тут. И я ее не вижу, и все. И все дела. Вот, скажем, вот тут вот. Почему бы нет? Неплохая идея. Ну, конечно. Указатель не могли сделать. Ладно, признаю, это я затупил. Но зато базу посмотрели, она очень крутая. Так, один товарищ тут сидит, второй пассажир тут. Нам бы стрел побольше, конечно. В принципе, пулеметом справимся. Что за прицел? Прокрасник? Прикольно. Лучше вот так вот. Все-таки людей больше тут будет. Они дробовик любят. Уже почти над нами, пророк, быстрее! Да хорошо, сейчас иду, господи. Осталось несколько секунд! 16, 15, 14. Пророк, помоги! Ты должен войти в терминал. Да, попробуем. Операции по устранению чрезвычайной ситуации и задач. Всем оставшимся на ПЗО срочно эвакуируются в подземный бункер 5, Y, 9. Что-то у меня такое подозрение, что они не успеют. Да, очевидно. Архангел сбросил только частичный заряд. Около 5%. Пороговое значение для цепной реакции с энергией цепов. Нам повезло. И это все? Запуск симуляции. Третий старт. Стадия 3. Вы были нужны мне. Вы все были нужны мне, чтобы помочь выбраться из этой тюрьмы. Пока я спал, мои дети оставались неразумными. Нормально. Последнее, что мне от вас было нужно, это отключить Архангела. За это я благодарю вас. Что? О чем ты говоришь? Раш! Запуск симуляции. Третья и последняя стадия. Луч. Все сильнее. О боже. Это мост Эйнштейна-Розена. Портал в галактику М-33. Портал? Да вы издеваетесь. И из него вылезает что-то здоровое. Когда я не смог считать тебя, ты сказал, что это из-за того, что ты создатель костюма. Но это ведь не так. И долго это продолжалось? Ты продлил свою жизнь с помощью нанотехнологии, используя ДНК цефов. Ты хоть понимаешь, во что ты превратился? Ты сражался с коллективным разумом цефов, так же, как и я. Только ты проиграл. Они тебя поглотили. Теперь ты один из них. Япона мать.
Да, поворот. Офигеть. Я знал, что он какой-то подозрительный. Его просто Карл. По голосу можно подобрать. Карл? Пришел в себя, что ли? Что-то в тебе есть, пророк. Что-то, чего цефы не могут понять, и чего у них никогда не будет. По локализации голос такого мерзавца поставили бы хорошему человеку. Ну, не знаю, подозрения были с самого начала. Дерьмо. Офигеть. Что я делаю? Альфа-цех прорывается из башни. Вертолеты на 3 часа, бегу! Это слишком. Нас отсюда! Будет не так-то просто! Фу. Блин, это было круто. Вообще, ну то есть ожидаемо, что будет какая-то лажа в конце. Это было понятно. Третья стадия. Финальный и самый смертоносный этап стратегии колонизации цефов. При встрече с упорным сопротивлением силы вторжения цефов попытаются открыть мост Эйнштейна-Розена прямо в сердце родной галактики. Отсюда ульи цефов разворачивают лагеря воинов для уничтожения любых препятствий. Мы видели лишь часть того, на что способны цефы. Это геноцид. Альфа-Цеф будет испускать этот луч, пока все силы вторжения не пройдут. Нужно его отключить. Бэр! Такие дела. Ну что, давайте на этом завершим. В следующей серии, опять, я думаю, возможно, будет конец, потому что еще в предыдущей были какие-то подозрения. Но сюжет за одну миссию раза три перевернулся, и в принципе это было неожиданно. Под конец вообще какой-то эпик попер. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Пока что все радует. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока.